Рипли? Встали пораньше, Сэмюэльс. Ну, сон мне не столь необходим. Успел немного осмотреться на Торренсе. Прекрасный корабль. Сдается мне, модель очень похожа на... Настрома. Да, класс М. Конечно, более поздний вариант. Я работала на таких кораблях, инженером. Знаю. Тейлор очнулась. Она человек неопытный, а анабиоз может даться ей нелегко. Уже встала. Волнуется. Это я упустил. Но она опытный специалист. Поможет нам разобраться со всеми юридическими тонкостями. Экипаж явится на мостик. Подходим к Севастополю. Вот и добрались. Надеюсь, вы отдохнули в пути. Замечу, вы содержите Торренс в образцовом порядке. Ко мне он попал разваленный. На ремонт ушло несколько лет и много денег. Зато теперь все окупилось. Вы сказали, мы подходим к Севастополю. Сейчас будет стыковка? Вам ведь там нужен начальник службы безопасности. Сейчас я с ним свяжусь и запрошу стыковку. Да, хорошо. Давайте. Не волнуйтесь, мисс Тейлор. Вы ненадолго, туда и обратно. Коннор, что у нас там? Курс на Севастополь взят. Мы готовы к стыковке. Включи связь, пора здороваться. Канал открыт, капитан. Инструктаж у всех при себе. Можете посмотреть на станцию с мониторов. Можно взглянуть. Включи мониторы. Станция Севастополь. А это что? Что-то случилось. Ну-ка, приблизь 74-й. Похоже, шлюз вышел из строя. Мы не сможем причалить. Коммерческий борт Торренс, регистрационный номер ККМ7760. Вызывает диспетчерскую Севастополя. У нас на борту группа из трех человек от компании Вейланд Ютани. Они прибыли за бортовым самописцем корабля Настрома. Запрашиваем разрешение на немедленный трансфер группы. Прием.
Похоже, со связью там полная беда, но у Сэмюэльса в скафандре будет радиопередатчик. Торренс сможет ждать вас здесь не дольше суток, но это все, Макс. Мы вернемся гораздо раньше, капитан. Удачи вам. Приготовиться. Такое, боюсь, не входит в мои обязанности. Вариантов у нас нет. Не бойтесь, просто делайте все, что я скажу. Эйлор, вы молодец! Сэмюэльс, что случилось?